Потому что течение довольно сильное, а тут песочек, чего бы нет. Тут, короче, вода, она закипает. Угу. И через это сопло пар выходит 600 градусов. Красавец. Щука. О, какая. Всем привет. Хороший день для рыбалки. Утро, пятница. Кругом час пик, машин очень много, а мы едем на рыбалку. Мы это кто? Саша и Андрей. О, как видно, у нас все тут забито, все под завязку. Андрей там, видно, исключенный. Нет, нормально. Нормально? Да. Хорошо. Едем мы на Малую реку. Ты можешь считать Малую реку? Да, сам то. Очень чистую, красивую, интересную. И на несколько ночей. Там посмотрим. Ну что, погнали? Нет, это маховик или как? Угу. Да, маховик здоровый. Ну, есть грибы. По итогу решили, пока едем, видим грибы, соберем. И как раз на вечер у нас будет суп. Суп же? Либо картошка с грибами. Или картошка с грибами, да. Красавец. Выкручивай. Это уже белый, настоящий белый. Червивый. Да, сосна, блин. Сосны не было, и вот тут объездку накатывается. Ну вот так будет выглядеть наш лагерь. Здесь уже Саша был, вот как раз их заготовки. Очень красиво. И что такое? А, от комаров. Да, река красивая, очень красивая, прям наслаждаюсь здесь находиться. Уже прям хочется уже на воду, не терпится, но надо мало-мальски собрать лагерь. А по грибам у нас вот что получилось, пока ехали. Как раз на вечер хватит. Что-то хочет показать. Все, что Паша здесь выловил, да, осенью. Красивое. Здоровое. Ну, я надеюсь, у нас сегодня будет не меньше, как и завтра. Есть такое суеверие, рыбу нельзя брать. В голове это... Мы будем его ломать. Да. Обязательно поломаем. Сейчас перекусим немного. Будем собирать лагерь. И на воду, самое главное на воду. Ветер, конечно, сегодня довольно сильный. Зато он хоть сдувает. Да, хоть мошки, а оводов нет. Вообще хорошо. Точнее, слепней. В моих краях их назвали овода. Чем особенность этой еще реки? Здесь белый песок. Это на самом деле редко бывает. Ну просто сюда добираешься, прям как в тайге какой-то. Все дико, никого нет. На самом деле слов не хватает, чтобы все это описать. Изначально мы хотели сплавиться, за 4 дня проплыть 50 километров. Но так получилось, что Паша, возможно, он приедет завтра, но уже решили на одном месте. Потому что действительно тяжело на самом деле, 4 дня постоянно собирать лагерь, очень сложно. Ну и надежда, что сегодня будет рыбалка. И чем еще популярна эта река? Здесь частенько плавают, отдыхают на байдарках. Сплавляются, точнее быть. Интересный манифест нашел здесь. Кому будет интересно, нажмите на стоп-кадр и почитайте. Да, человека явно выбесило тут. По спиннингам сегодня. Я взял с собой два спиннинга. Первый это от Nautilus Экизм 5.21. А второй от Ronin Rush Supersonic. Почему я взял такие жесткие и мощные веса? Ну, точнее, 5.21 не сильно мощная, но... Потому что здесь коряжник, жуткий прям коряжник.
За счет этого надо выдирать буквально в смысле щуку. То есть форсировать надо. Ну, посмотрим. Вон там, кажется, кто-то плеснулся. Интересно. Так, расскажу чуть больше про свой комплект. Помимо того, что спиннинг у меня от Nautilus Equism 5.21 и рост, уже забыл, 2.32. Катушка Shimano Stradic в размере 4000. Будем сегодня форсировать. И плетенка у меня новая. Сейчас покажу, какая. Вот такого цвета. 1.2. Атаквы. В общем, вот такая вот. Атака Pi Ultra. Мужик с семгой. Могу ошибиться, но вроде бы семга. Надеюсь, не подведет она меня сегодня. Там посмотрим. Тут в чем проблема этой местности. Здесь песок. Ни в коем случае нельзя катушку ронять. Вообще ни в коем случае. Иначе будет мало приятного. Начнет хрустеть. Все детальки засорятся и, соответственно, портится. Когда надуваешь, надо, чтобы насос лежал на... Ну все, готовы. Сейчас попрем. Я думаю, сперва планирую вон там напротив. Попробую поплавать, там заякорюсь. Не знаю, видно или нет. Там получается коса, и за этой косой идет черная прям такой. То есть там приямок. Вполне вероятно, что там будет щука. И по этому берегу хочу доплыть. Он до того входа. Там, по-моему, старится. А потом поплыву наверх. Все, первая наша постановка. И как раз вот начинается бурлилка небольшая. По идее, здесь должна щука стоять. По приманкам. Сегодня у нас силикон. И колебалки, железо. Давай попробуем сперва с колебалок начать, а там уже от них будем отталкиваться. Единственный момент, я не знаю, какую лучше ставить, какой вес. Давай такую черно-красную. Есть распорядок. Рыбу берем минимум килограмм. Надо же сегодня что-то кушать нам. Все, первый зацеп. Попробуем отцепить. По отличному способу. Я чувствую, сегодня их немало наобрываюсь, этих блесен. Если буду на них ловить, конечно. Что-то, если честно, тут, мне кажется, надо больше воблера. Боюсь, если честно, тут ловить на колебалке. Надо вообще проверить, на что сейчас лучше щука клюет. Вроде место перспективное, перед поворотом. Как раз бурливочка небольшая начинается. Отбойка, точнее, выйти. Я думаю, для начала сделаю так. Сперва два заброса колебалки, два заброса воблера и два заброса силикон. И так, я думаю, я выведу, на что лучше будет клевать. В принципе, 6-7 забросов мне должно хватить, чтобы понять, будет клевать на что-то или нет. Где активная щука, она должна сразу бабахнуть. Такой завал мощный. Прям уж необычно такой смотреть. И вот вдоль вот этого завала, да и в самом нем 100% кто-то сидит. Ну, пока тишина, вообще даже поклевок нет. И намека нет на рыбу. Я думаю, сейчас спустюсь до конца этого завала, перед той корягой, перед тем зеленым мысом попробую. Если ничего нет, тогда начну подниматься вверх. И там к Саньке. Будем там вместе плавать. И Андрею. Если честно, я сейчас вообще не понимаю, где ловить. Где сейчас здесь щука держится и вообще клюет ли она. Вот это и минус, когда абсолютно новое место и все по-другому. И вообще клюет ли сейчас щука. Вот в чем дело. Прошло уже 2,5 часа. По-прежнему поклевок вообще нет. От слова совсем. В общем, получается так, прямица довольно длинная. И мне вот нужно вон те вон сосенки. Нет, я ничего лучше не придумал, чем идти пешком, называется. Ходить по воде, в буквальном смысле. Потому что течение довольно сильное, а тут песочек, чего бы нет. Но единственное, вода холодная. Хотя не очень пойму, почему она такая холодная.
Вот довольно остров перспективный такой, да? Даже не знаешь, где ловить. Есть. Первая рыба. Офигеть. Дим, крупняк. Даже не знаю, что с ней делать. Стоит на уху оставлять или нет. Спустя 10 тысяч зацепов. Ладно, будет смешно, наверное. По крайней мере, мне смешно. Но если бы хотя по куней наловлю, будет уже неплохо. Ух ты, какую поклевку. Прям бомбанул. Щука, щука, щука. Блин. Обидно. Такая не крупная, грамм 400, но все равно. Вот такую. Так как ловлю на вертушке часто, все-таки решил поставить вертушки я такой. Такие снэп. Посмотрим, как они будут. Вот, очередной окунь. Камера разряжается плохо. Но клюнул уже крупнее. Уха будет. Есть. Кто там такой? Ого! Нифига себе окунь. Я думал, выключена камера. Оказывается, выключена. О, вот это да! Вот за такими я сюда и приехал. Класс. Сработала вертушка от Shark. Теперь у нас точно будет уха. А я еще почувствовал то, что сперва такой нетипичный тык, а потом как взял, думал мелкий окунек, он на меня пошел. А потом уже лодки начал давить. Красавец. Уже на что-то улов нас похож. Надеюсь, будет не последний такой. Блин. Я уж там думал, все, щука. Я аж оживился. Так, вот не надо. Уже третий раз якорь всаживаю. Есть! Ого! Наконец-то! Ой-ой-ой-ой-ой! Это хорошее. Снимаем. Слушай, она вообще не поднимается. О, да, это она. То, что я хотел. Ну и куда мы? Есть. Ай, обрызгал. Это хорош. Прямо у берега стояла. На такую маленькую вертушечку, двоечку. Я сперва подумал, это шнурок. Но получился чуть-чуть покрупнее шнурка. Совсем чуть-чуть. Но это железный. Больше двунделя, я думаю. Ай, тихо, тихо, тихо. Вертушечку убираем. Так, я могу вас сейчас удивить. По крайней мере, своих подписчиков удивить. А кто еще не подписался, советую подписаться. У меня весы. Мне Саша подарил. Надоел ему мой кантер. Сейчас покажу. Вот этот вот кантер. Да, я больше месяца вот с этим кантером ходил. Потому что прошлые у меня навернулись. Ну и сейчас проверим, сколько она весит. Делаем ставки, сколько весит. Нажмите на паузу и напишите в комментариях.
2,50. Зачетно. Просто посмотрите на вот эту долгожданную щуку. Я ее так долго ждал, а. Наконец-то выждал. Причем не на то, на что хотел. Я хотел именно на крупного бляра ловить. И колебалки. Ну, блин, взяла на вертушечку маленькую. Класс. Надеюсь, она будет сегодня не последняя. Погнали дальше ловить. Походу, с этой вертушкой все. Пока я развлекался щукой, у меня вертушка сразу же в зацеп ушла. Не вымотал вовремя и поплатился за это. Обидно. Очень обидно. Ну, я сейчас попробую еще отцепить. У меня есть план И, который я так долго скрывал. Надеюсь, выручит. В чем проблема вертушек и колебалок? У них один тройник. Соответственно, вот такой отцеп не поможет. Я себе купил вот такой вот отцеп. Им уже пользуюсь уже больше месяца. Но я так скажу. Когда выручает, когда не выручает. Как повезет. Ух ты, блин, петля. Сейчас проверим, повезет мне или нет в этот раз. Это вообще береговой отцеп. Называется омут. Его суть — надо разгибать тройники. Вот поэтому я и ставлю вертушки. Что, неужели получилось? Обалдеть. Вот, смотрите. Суть вот этого цепа. Вертлюжок, он должен цепляться вот именно так вот. Поэтому здесь 7-й, либо 8-й номер. Видите? Один минус этого цепа — это цена. Стоил он 1700. Да, для цепа это жутко много. Ну, я уже его оправдал. Так, раз уж такое дело, расклюют такие хорошие окушки. Что если мне поставить покрупнее вертушку? Какой цвет взять? Все как на подбор. Давай желтенькую. В принципе, хороший окунь на такую должен взять. И честно, я не думал, что я буду сегодня ловить на вертушке. Просто не думал. Блин, замешкался и все. Да пипец, а ну коряжник. Страшный, просто страшный коряжник. Когда я уже научусь сперва кидать близко, а потом уже далеко. Вот сам себе очень часто противоречу. Вот довольно перспективное местечко. Точно кто-то должен жить. Есть. Кто это у нас? Окунь. Даже на третий номер. Чем прикольно ловить на вертушке, окуня часто влетают. Так, на три тройника. Как? Если честно, я вообще не поверил, что окунь клюнул. Уж больно большая вертушка. Так, я тогда не буду позориться. Мелкого отпускаем. Плыви. Покрупнее будут. Меня вот смущает то, что путь больно обратно, далеко. Уже, наверное, порядка километра придется хребсти. Но, блин, интересно же, что там за очередным поворотом. Просто интересно. Согласны? Ляпота-то какая. Честно, не могу вообще насмотреться. Наверное, одна из самых красивых рек, что я был. Красивее я вроде бы еще не был. Ну, если не считать степные. Есть щука. О, какая. Вот это зачет. Нет, тут надо посерьезнее спиннинг. Это крупнее, по-моему. Заходы.
не бойся. Не хочет. Просто посмотрите на эту красавицу. Как же она сопротивляется. О! Спасибо. В домике. Ух! Сегодня будет знатный ужин. Кайф. И сколько она весит? Я думаю, примерно так же. Может, чуть-чуть крупнее. Блин, обалдеть. Я думал, она больше. Но она сильнее намного была. Блин, и вот действительно, стоило только упереться в вертушки, как жизнь наладилась. Потому что до этого я кидал воблера, силикон, колебалки. Ноль. И стоило только поставить вертушку. Точнее, окуня меня поставили на путь истинный. Спасибо вам, окушки. Так даже, по сути, можно и покрупнее поставить вертушку. На таких щурят. Есть! Снова! А я-то думал. Обманул. Ладно, переплываем. Чуть ниже спустимся. Я вообще хотел до того бревна, видите, здоровые. Ну ладно, смещусь вон до того бревна. Все, дальше никакую. Дальше точно не попру. Чем еще приятно найти вертушки ловить? Они заводятся с полоборота. То есть, смотрите. И все, сразу же завелось. То есть, к примеру, когда на мэпс ловишь, их надо, ну, как их заводил, я их вот так вот заводил. А тут этого вообще не надо. Вот про что я и говорил. Спас. Видите, как выгнал. Уже две приманки мне он спас. А если бы я еще не кидал апстрим, то вообще бы не зацепил бы. А вон поплыла. Змейка маленькая. Обалдеть. Помните того ужика? Ту змейку, что я увидел? Показал. Ее и сейчас слопали. Так. Кто там слопал? Сейчас буду пытаться его поймать. А жалко стало. Ух ты, окунь. Прям вышел так за вертушечкой. А вон и Паша. Интересно, как у него дела. Че, даже поклевки не видел? Рыбу забрали. Сейчас будем готовить. Кайф. В общем, приплыл я на берег. Оказывается, у Саши была поклевка на выбросе. И они тут не скучали. Как раз грибы вот эти, те, что мы нашли, пожарили. А, и картошечка даже. Ничего себе. Посмотреть на рыбу. А ее хопочки и нету. Да. Какая красота. А окунь до сих пор, смотри, живой. Он даже сейчас хочет уплыть. Представлю. Паша приехал, баню привез. И как я уже сказали, мне шашлык тоже, да, мясо. Гитарку позабыл. All inclusive, что, зря что ли? Вот. Буржуйка прям, да. Веники связаны, Паш. Они так продавались. А. Тут, короче, вода, она закипает. Угу. Через это сопло пар выходит 600 градусов. Палки даже загораются, если поднести от пара. Я представляю, сколько будет градусов сегодня. Нас сюда сделают дырявый
хромает. Ух ты, тут жар такой. Ага, закрывай. Там на клапан. Смотри, вот эта вот штука отлично. Первый заход был сложный, единственное, я забыл кепку. Сейчас одел, будет второй и третий заход. А дальше... Такие открываем, а там не готово. Во, все точно готово. Вот это уже отлично. Готово. Ну, приятного нам аппетита. Ставим лайки, подписываемся, комментируем. Всем пока.